Смотрите новости 16.12 чаще. Теперь выпуски выходят три раза в неделю, в понедельник, среду и пятницу. Подписывайтесь на 16.12 в соцсетях, чтобы первыми узнавать о свежих новостях. В следующем выпуске мы поговорим о таком. 500 тенге за доллар – ближайшая реальность Казахстана. Как власти страны своими действиями убивают курс? Кто на самом деле входит в предвыборную команду псевдооппозиционера Касанова? 9 и 10 июня ДВК объявляет всенародный освободительный протест «Бастандык» против продления узурпации власти кланом Назарбаева.